Истекают последние секунды для разминки перед центральными соревнованиями за победу в российском чемпионате первенстве по восточному боевому единоборству. На площадке Щелковского спорткомплекса Подмосковья разыграют путевки на чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Португалии. С заявкой на золото в Щелкове прибыли сборные 40 субъектов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, 8 республик, 7 краев, 22 области и Ямало-Ненецкий округ. Алтайский край! О масштабе соревнований говорит и количество рефери – 112 судей, включая представителей из Донецка и Армении. Судейскую команду возглавил трехкратный чемпион мира, многократный чемпион Европы Дмитрий Фомиряков. Церемония открытия соревнований 22-го чемпионата и первенства символизирует единство и сплоченность тех, кто владеет искусством сёдокан. Почетное право открыть соревнования предоставили члену российской сборной по сёдокан, победителю чемпиона Европы в Сербии Павлу Львову из Ростовской области. Нынешний турнир – разминка перед первым значимым юбилеем объединенной организации сёдокан. В следующем году ей исполняется 25 лет. Я был, конечно, очень рад, даже не ожидал немножко. Но готовился, тренировался, плюс какая-то удача все равно сопутствовала мне. Действующего чемпиона Европы в дисциплине ката неожиданно обошел член сборной Пермского края Максим Ватяков. Мы постоянно соревнуемся в рамках чемпионата России, да. То есть сейчас финал повторился, как на Кубке России был в том году, последнем. Вот, те же участники были. Ну, что-то значит, у нас есть такое у Пермского края, что нравится судьям, раз первое, второе место наши. Соревнования проходят под контролем Минспорта России. Выполнение комплекса ката мужская сборная Перми одержала победу над подмосковной командой. Последняя заняла второе место. Почетный кубок вручил главный инструктор по сёдокан GKA Европы, японский грандмастер Хидео Очи. Напористо и уверенно выступили спортсмены в личном и командном поединках сёдокан кумите в абсолютной весовой категории. Наряду с именитыми спортсменами в первенстве показали мастерство юниоры, юниорки, юноши и девушки 12-20 лет. Щелковскому спорткомплексу Подмосковья в очередной раз доверили провести чемпионаты первенства России по восточному боевому единоборству. В общей сложности было разыграно 68 комплектов наград. Михаил Налетов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».